не думайте, что ваше понимание помощи точно такое же у вашего партнера. Там может быть совершенно другое. Это не только касаемо помощи, это любого аспекта жизни. То есть умейте это проговаривать в корректной форме. То есть всегда лучше не просто сказать, ты мне это не даешь, а сказать, послушай, мне нужно, вот обозначьте, что именно вам надо дать. Не надо говорить, не говори мне, что мне делать, не говори мне, как мне надо было сказать, не надо меня винить, не надо меня судить, я вот сейчас чувствую виноватый, и человек начинает раздражаться. А просто сказать о том, что вам надо. Ты знаешь, мне так хотелось просто услышать, что не переживай, все забудется, я рядом, там все образуется, все перемирится, мука будет, ну что-нибудь такое. То есть вам просто хотелось чисто, чтобы вас морально поддержали. Тогда так и говорите. Мне нужно вот это, вот это, вот это. То есть начинайте с какого-то такого конструктивного диалога, с конструктивного поведения, а не с того, что не надо то, не надо то. То есть получается, иначе взаимное препирательство.